О милости Аллаха Субхану ва Тааля мы всегда должны думать, что Аллах Субхану прощающий и милосердный. Когда мы будем просить дуа у Каабы, когда мы будем просить дуа у Аллаха Субхану ва Тааля, мы должны в этот момент думать в себе, знать, что мы просим у прощающего милости и милосердного. Какой бы Аллах Субхану ва Тааля, какие бы твои грехи не были, какие бы у тебя не были плохие деяния, ты приехал в гости к милости Аллаху Субхану ва Тааля. Ты приехал к милости Аллаха Субхану ва Тааля. Был один сподвижник Абдулла, который часто выпивал алкоголь, и всегда его привозили пророку саллаллаху алейхи ва саллям. И всегда его привозили, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям любил его. Он шутил всегда саллаллаху алейхи ва саллям, он поднимал его настроение. И как часто его начали приводить, чтобы его ударить палками за этот грех, за распитие алкоголя. И один раз Умар радиаллаху анху разозлился и сказал: «Ля'натуллах алейхи Абдулла, будь ты проклят, Абдулла». Ма кафиру маджия. Как часто тебя начали приводить посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он тебя бил, джалит тебе дело. На что пророк саллаллаху алейхи обиделся, разозлился, сказал: «Ля такуль хакада я Умар, не говори так, Умар, фа иннаху йухиббу Аллаху ва расуля». Поистине он любит Аллаха и его посланника. И когда он умер, некоторые сахабы пошли его хранить, а посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям пошел его хранить. Потому что он его, как он был милосердным по отношению верующим, несмотря что у него такой был грех, то что он пил алкоголь, и когда он умер, пророк саллаллаху алейхи ва саллям пошел его хранить. То есть саллаллаху алейхи ва саллям не читал джаназа за должников. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не читал джаназа за тех людей, которые совершили жизнь, там, суицидом покончили. Но за него пошел читать джаназ. И тогда некоторые сахабы удивились, сказали: «Я Расул Аллах, аттетбау джаназатан мудминин хамр». «О посланник Аллах, как ты идешь хранить пьяницу?» «Мудминин хамр», то есть алкоголика, зачем ты идешь его хранить? На что он сказал: «Валлахи, инни ла астахи мин Аллах ан азунна, анна рахматаху ла тасиу дзанба». Я клянусь Аллахом, я боюсь, стесняюсь подумать об Аллахе, что его милость не укроет его грех. Я стесняюсь думать так об Аллахе, что его милость не укроет его грех. Поэтому мы с вами едем милостью на сердце. Судный день, достоверно хадисе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, приведут человека, у которого деяния будут на чаше весов тяжелыми в грехах. Яни, тискан мавазин сайиат, тяжелыми будут. И когда его ангелы возьмут и поведут его в сторону ада. Когда поведут уже в сторону ада, يلتفت وراء, будет смотреть назад. И тогда Аллах Субхану Тааля скажет: «Тифух, остановите его». Потом Аллах Субхану задаст ему вопрос. Посмотрите, милость Аллаха, милосердно. То есть у него тяжелая чаша грехов, и его ведут в ад. И когда его ведут в ад ангела, малякатуль азаб, ангелы наказали, он будет смотреть назад, оборачиваться. Аллах Субхану скажет: «Остановите его». Скажет: «Я абди, он мой раб. Халь индек хасана, у тебя какое-то, может быть, благое деяние. На арайнака хуна, мы тебе его тут не показали». Фаякуля ля я раб. Говорит: «Нету». Говорит: «Может быть, мы что-то упустили, у тебя какое-то благое деяние есть?» «Нету, мой Господь». «Я абди, о мой раб. Халь индек ассайя атбатнака, фалям туафик алейха». Говорит: «Может быть, какие-то у тебя грехи, которые мы тебе доказали, что ты их совершил, но ты не согласен с этим?» «Ля я раб». Говорит: «Нет, мой Господь». Говорит: «А зачем тогда ты, когда тебя ведут в это наказание, поворачиваешься, смотришь на меня, что ты хочешь?» А что он сказал? «Я Рабби, ма кана хаза занни фик». «О мой Господь, не так я думал о тебе. Не так я думал о тебе. Я думал, что этот грех ты самих, простишь мне. Скажешь: я прощаю тебя, я тебе стираю его и так далее». Аллах Субхану Тааля, в этот момент Аллах Субхану удивится и скажет: «Худуху иля джанна», возьмите его в рай. Возьмите его в рай. Вот такой вот Аллах Субхану добрый, милостивый, милосердный. Какие бы у нас с вами, Аллах, у нас много грехов, у нас много упущений. У нас много упущений, Субхан Аллах. Но какое бы ни было, мы должны всегда думать хорошо об Аллахе, Субхану Тааля. Когда мы поедем с вами завтра на Умру, когда мы будем делать таваф, вспоминать наши грехи, от которых бы, если бы мы сейчас бы раскрылись бы друг другу, мы даже бы не сидели бы, может быть, не общались. Как говорят ученые, если были бы у грехов запах, мы бы друг друга не смогли бы вытерпеть. Но однако Аллах милостивый, милосердный, прощающий. С таким Аллахом мы имеем дело, Субхану Тааля.